четверг, 26 мая, в Самаре стартует региональный форум «Мой бизнес 63». Предприниматели ожидают несколько насыщенных дней, много полезной информации, перспективных бизнес-знакомств. Информирует в своем телеграм-канале администрация промышленного района Самары. Чтобы быть в курсе главных событий форума и не пропустить ничего важного, необходимо подключиться к чат-боту, ссылка которого указана в описании. В телеграм-канале Кировского района напоминают самарцам, чем грозит зарплата в конверте, и разъясняют, как работать легально. При трудоустройстве граждан на работодателя возложена обязанность надлежащим образом оформлять трудовые отношения, своевременно выплачивать заработную плату, перечислять страховые и налоговые взносы за работников организации. Подробности можно изучить по опубликованным ссылкам. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки публикует в своем телеграм-канале информацию о мерах социальной поддержки средних медицинских работников Самарской области. Также здесь рассказывают о предоставлении льгот, первоочередном приеме в детский сад детей медработников первичного звена и скорой помощи, а также о выплатах при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям. А в администрации железнодорожного района рассказывают, какие выплаты смогут оформить граждане при рождении второго ребенка. К ним относятся единовременное пособие, ежемесячное по уходу за ребенком, материнский капитал и многое другое. Более подробная информация в телеграм-канале администрации железнодорожного района. Также обращают внимание граждан на то, что материнский капитал и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет предоставляется пенсионным фондом.